А у вас бывало так? Вы приходите в магазин, приобретаете покрывало, а вам дарят две подушки. У вас такое бывало? Сегодня это возможно. Сегодня вы приобретаете покрывало, а в комплекте идут целые две подушки. Обычно как бывает? Обычно идем в магазин, покупаем покрывало, а потом ищем подушки. Люд, мне эта история знакома. Ты же знаешь, что у меня есть свой магазин. И вот бывает такое, да, купили покрывало, приходят ко мне в магазин, говорят, подберите, пожалуйста, подушки. А не так-то это просто. И я всегда говорю, нужно покупать готовые решения, готовые комплекты. Покрывало с декоративными подушками, волшебные цветы. Это дизайнерское покрывало и модное покрывало. Люда, но я тебе хочу сказать, что дизайнеры всего мира признались, в один голос сказали, что именно розовые оттенки являются хитом 2017 года. Встречаем 2017 год с модными тенденциями и с покрывалом с подушками. Волшебные цветы. Полноценные подушки, уже готовые подушки. Это готовый дизайнерский комплект для вашего интерьера. Подушки двухсторонние. Люда, ну когда я вижу такую цену, когда в новом году цены уже возросли. Уже да. Но все. У нас? А у нас еще цены 16-го года. Посмотри, Люд, на самом деле очень приятная. Ты чувствуешь на ощупь ткань? Да, очень мягкая. Очень да. мягкая. Ты знаешь, таким покрывалом можно застелить не только кровать, но и украсить диван, да, на котором можно будет отдохнуть. Ведь у нас покрывало изготовлено из микрофибры. Микрофибра является аналогом хлопка. Так. Именно поэтому она дарит приятные тактильные ощущения. Но что очень важно, микрофибра является очень практичным материалом. Ведь от микрофибры фибры, даже, можно сказать, грязь отталкивается, да, она не проникает глубоко в структуру волокна. Вот сейчас вы видите на экране обычный материал и микрофибра. Ну и вот вы видите всю разницу, от микрофибра практически отталкивает, да? Да, в том-то и дело, что не успевает грязь проникнуть в структуру волокна, именно поэтому микрофибра долгое время остается чистой. Ну что очень важно, микрофибра еще не накапливает бельевого клеща. Так, слушайте, ну вот просто какое-то чудо, а не ткань. Это чудо, а не ткань, созданная японцами. Это значит, что это залог вашего здоровья, ну и, конечно, красоты вашего дома. Люд, ну я хочу обратить внимание, что наше покрывало, оно еще и стеганое. Стеганое. Да? Я вот смотрю сейчас, думаю, да полный комплект, знаешь, гостевой комплект. Подушки дал гостям, одеяло дал, потом простынку постелил и все. Абсолютно верно, Люд, действительно, это так. А стеганое покрывало, внутри у нас прослоечка из микрофибры, то есть можно использовать как дополнительное одеяло, да, либо как легкое одеяло летом. Но, конечно, что очень важно, еще стежка-то у нас непростая, поэтому для тех, у кого дома животные, у кого дома маленькие дети, как говорит наша Оля Грядунова, что животные, что дети одинаково все портят. Поэтому не стоит бояться, на самом деле, если вдруг будут катать машинки, все будет хорошо. Да что далеко ходить? Вот у меня Ангелина, был не застелен диван и изрисовала все фломастерами. Представляешь? Красиво. Ну, конечно, все красиво, но диван-то все, я терла-терла, а тереть не смогла. Подожди, а вот если бы Ангелина нарисовала вот на этом покрывале маркером? Да, пожалуйста, постирать и все. И все? И все прекрасно стирается. Вот это да. Кстати, а давайте посчитаем-ка, как можно использовать это покрывало. Итак, как покрывало — это раз, как декор — это два, как гостевые принадлежности — это три, как комфортный отдых — это четыре. Ведь подушки — это не только украшение интерьера, подушки — это еще дополнительный комфорт. Вот пришли мы домой вечером, легли на диванчик, положили одну подушечку под спинку, вторую подушечку под голову, все, и наслаждаемся отдыхом. У меня, кстати, 7 декоративных подушек, поэтому приобретаем минимум 3 комплекта.